Далеко сажали на велосипед. О, говорят, что нормально нас. Давай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Тоже не хван, три хван говорят. Посмотри, нас ловят. Говорят, он бежит за нами. Да, да, давай на выход. Сейчас, еще раз. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Он по рации уже что-то сказал. О, два ступенек прыгни, ступенек давай. Давай, давай, давай. Едем на Горбушку, там прокатимся. Где их оставить можно здесь? На улице. Как на улице? На улице? Мы не потеряли, мы хотели найти это. Ну, посмотри, чехлы. Чехлы, а как здесь оставлять? У нас эти нету цепей, чтобы оставить. Мы тогда, может, не кататься, мы поведем сначала лучше, да? Ну, конечно, новый, пойдем как поставлять на мопасы. Ну, а как? Там их оставить. Вы тогда будете следить за ними? Я буду следить. Ну, а как? Я еще раз говорю, ребят. Просто там все будем проедем. Как грязно. Вот это там оставить. А будет оставлять один в карауле, но будет делать на него. Да их ножницам так. Уверен, это другое место. Да. Если какой замок. Еще раз говорю, один с велосипедом, другой дела решает. Окей, okay, ну все. Подожди, Женек. Давай, давай, пошел, пошел. Вперед? Да. А там вообще есть? А там вроде некуда, или есть куда? Ну погнали посмотрим, ладно. Ха. А, стойка. О. Смотри, себя прислаешь? Да, да, снимай. Колесо вообще, кстати. Женек, можем будет и туда съесть. Ну давай туда будем кататься. Давай на заднем. Тихо, тихо, тихо. Чего? Смысл там ехать? Да. А зачем там ехать? Там много людей уже будет. Можем хоть по лестнице вниз съездить. Сейчас, если переключать, заблокирую, подожди. Так, ну чего? Ну давай, да, здесь. Давай, да. А лестница без разницы. Двойная, хоть тройная.
Москва, давай доедем вот до середины и назад, и потом я там другую дорогу еще нашел, окей? Давай, давай. Так, надо проехать, чтобы вас не словил сразу же. Мы, в общем, так доедем до середины и потом сразу же назад. Можно. Грязи-то от колес хоть нету? Мочку от колес, бывает. Все, давай назад. Я там нашел еще обалденную дорогу. Вот как мы ехали изначально. Погнали. Так. Надо еще хотя бы постоянно осматриваться, типа мы что-то выбираем. Не, ну это в принципе нормальная тема, я думаю, но... Не знаю, не знаю. Сейчас подожди, пускай шляпа проедет. Ну что, у нас в принципе все идет по плану. Согласись, Женек. Да, давай здесь проедем. В общем, где мы ехали, там еще можно вниз по ступенькам, я видел. Да, да, можно так. Назад, давай назад. Там охранник, ты видал? Там охранник сидел в телефоне. Посмотри. Мотался. Он походу встал, Женек. Сесть наверх, посмотри. Сходи. Показалось мне, значит? Ну давай, подержи, пока сходи, посмотри. Он прямо вот сидит. Погляди. Да прямо направо, справа. Да, нормально. Смотри, какой план. Едем наверх, потом налево, и там еще есть места. О, смотри, направо. Давай направо. Туда, да, давай. Посмотрим там. Что там? Горит замок? Да, давай, в общем, как мы ехали, вот. Где там туалет, вот так поедем. Ну или, не знаю. Сейчас надо наверх подняться будет. И вот там вот налево. Понял? Можно сказать, что мы тут велики купили, кстати. Ты лучше педали крути, чтобы звука не было. Давай туда. Туда давай. Погнали, а что? Давай. А что еще делать? Скучно. И туда давай съездим потом еще. О, тут жестко. Так иногда выглядывай, чтобы никого не было. Давай налево. Ой. Смех. Че, давай на заднем колесе. Ну че, заел-то? Погнали.
Да не знаю. Где меньше людей, то и поедем. Го направо. А так удобно, ребят? Да, удобно. Можно. Здесь вообще-то люди должны ходить, они есть на велосипеде. Как там выйти? Выйти, вот вам двери, выходите на улицу, едете там. Здесь не надо на велосипедах ездить. Вам что здесь? Да потом по кочану. Здесь люди ходят. Там можно спереди выйти как-то? Вот дорога, вот так объедешь и выйдешь туда. Я думаю, ты не пешком ходишь. Не тяжело тебе объехать. Я же на машине здесь не езжу. Нет. У меня тоже есть машина. Ну, поздравляю. Почему я здесь не езжу? У всех есть машина. Может, ты следишь, что-то не будет? Тогда я тебе наберу. Да тяжело. О, давай ты оттуда подальше прыгнешь. Давай, давай, давай. Не, лазу, лазу. Лучше Женек притопить, кстати. Притопить лучше. А то же, говорят, на что-то останавливает. А сейчас как-то передачи плохо начали переключаться. Походу эти настройки сбились. Это как бы не точно, но... Ну, вроде бы настройки сбились. О, давай, давай. Опять мы прям вовремя. Да.